спрашивают, почему я оставила Голливуд. Дело в том, что я влюбилась в прекрасного принца. «Принцесса Монако». Фильм открытия Каннского кинофестиваля. Хичкок предложил мне роль. И ты готова согласиться? Мне бы хотелось. Разве я не могу быть кем-то еще, кроме матери и жены, не вызывая всеобщего негодования? Но как же князь? Князь поддерживает меня во всех начинаниях. Рэй никогда не согласится, чтобы его принцесса вернулась в кино. Его волнует только политика. Господин президент, мы готовы пойти вам навстречу. Введите подоходный налог. Это не переговоры, а вымогательство. А ты не думал, что Де Голлю нужен предлог, чтобы завладеть Монако, даже если ему придется поссорить нас? Лучше молчи! Каждое твое слово имеет последствия! Я понятия не имею, как мне жить дальше после всего этого. Здесь у меня нет даже права быть собой. Быть собой? Здравствуй, мама. Ты ведь не думаешь всерьез о возвращении, Грейси? С актерством покончено. Что бы я ни сделала, что бы ни сказала, все не так. Почему ты еще здесь, Грейс? Потому что люблю тебя. У нее встреча с частным детективом из Франции. Семья превыше всего. Так какую же цену вам предложил за нее Де Голль? Мам, почему ты плачешь? Если хотите защитить свою семью, вам придется стать идеалом. Принцесса Монако. Это будет ваша самая сложная роль. Отужинать, ваше королевское высочество? Ничего не нужно. Можете идти. Увидимся на выходных. Нет, на следующих. Ну, раз уж вы в дворце так решили. Есть вероятность, что вы еще станете королевой. Я хочу помогать людям. Браво! Ты всем даришь свою любовь. Тебе надо научиться ее принимать. Доктор, это Диана. Я покажу вам больницу. На первом этаже есть столовая, но она уже закрыта. Можем заскочить ко мне и поужинать. Я не шучу. Я не знаю, как с вами связаться. Как у обычных людей, у меня есть мобильный телефон. Хотя не как у обычных, у меня их 4. Ваше здоровье. И ваше. Он не носится со мной, как с принцессой. Он как будто не знает, кто я такая. Может, и правда не знает. Может, у него нет телевизора. Ты самая знаменитая женщина в мире. Пользуйся этим. Я хочу обратить внимание людей на проблему мирового значения. Я влюбилась в кардиохирурга. Никогда и никого так не любила. Если ты любишь так сильно, это должно быть взаимно. Куда мы едем? На самый край королевства. Тебя ждут несколько непростых дней. Если я женюсь на тебе, мне придется жениться на всей планете. Это невозможно. Все на свете возможно. Я же хирург! Как я могу работать, когда мне в лицо тычут камерами? Диана! Когда ты любишь, ты забываешь про осторожность. Вы мне твердите, что все хорошо. Это не так, все плохо. Доди Альфаед приглашает вас на свою яхту. Ты уверена, что тебе стоит соглашаться? Неужели ты поедешь с ним только от одиночества? Я делаю все, что могу, чтобы мы были вместе. Диана! Диана. История любви. В кино с 5 декабря. Я знаю, кто ты. Ты невероятно быстрый. И сильный. Кожа у тебя бледная и холодная, как лед. Теперь ты боишься?
Я боюсь потерять тебя. Я не самое опасное, что есть в этих краях. Охранники говорят, его убил какой-то зверь. Зверь? Привел закуску? По мотивам мирового бестселлера. Теперь они будут охотиться за мной? Таких обостренных чувств нет ни у кого. Я сделаю все, чтобы ты снова была в безопасности. Это одержимость. Остановиться невозможно. Пусть отомстит за тебя. Сумерки. В мире вампиров в Алтурии почти королевский род. Они определяют законы. У вампиров есть законы? Ты человек. Ты знаешь, у нас слишком много. Теперь мы все можем погибнуть. Тебе не место в нашем мире, Белла. Мое место рядом с тобой. Мы видимся в последний раз. Только обещай, что не наделаешь глупости. Такое ощущение, будто там, где сердце, зияет огромная дыра. Я знаю, что он с тобой сделал, Белла. И потому знай, я никогда так не поступлю. Есть лишь один способ видеть его. Так ты теперь на экстрим подсела? Что же ты делаешь, Белла? Экранизация мирового бестселлера. Белла, Эдвард считает, что ты погибла. Что? Он отправился к Валтуре, чтобы умереть. Эдвард бросил тебя, Белла, он отверг тебя. Я должна ехать. Он провоцирует их. Валтуре казнят Эдварда, если он покажет свое истинное лицо при свете дня. Нет, Эдвард, не смей! Я боюсь. С 19 ноября... Продолжение саги во всех кинотеатрах. Сумерки. Новолуние. Это почти не больно. Нет! Нет! Изабелла Свон, я обещал любить тебя вечно, каждую минуту. Она все еще человек. Валтуре не дают второй шанс. По мотивам мирового бестселлера. Почему ты не хочешь, чтобы я стала такой же, как ты? Потому что знаю, какими будут последствия этого выбора. Через несколько десятилетий все, кого ты знала, умрут. Со мной тебе не придется ни во что превращаться, Белла. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты выбрала меня вместо него. Все начнется с выбора. Ты должен думать и о том, что со мной ей будет лучше, чем с тобой. 30 июня. Эдвард. Она нашла нас. Я буду защищать тебя, чего бы это ни стоило. Ты не представляешь, во что ввязываешься. Я буду биться за твое сердце, пока оно не остановится. Сумерки. Затмение. В кинотеатрах с 30 июня. Готово? Да. Если что, поддержишь, пап? Непременно. Я Эдвард Каллен. Беру тебя, Беллу Свон, чтобы любить... В горе и радости. До самого последнего дня. Такой я тебя и запомню. Румянец на щеках, бьющееся сердце. А прощаться с тобой я так и не научился.
Эта ночь была лучшей за все мое существование. Несовместим с твоим организмом. Он силен и слишком быстро растет. Он разрушает тебя изнутри. Это твоя вина! Я перестала видеть будущее Беллы. Мы не знаем, кого они породят. Мы должны защитить стаю, пока еще не поздно. Теперь вы враги. Сэм без колебаний вас уничтожит. Он тебя пожирает. Я потеряю тебя. Что будет, то будет. У меня выбора не остается. Готовься, они идут за Беллой. Они ее не получат. Убьете ее, убьете меня! Белла! Держись! В 18 лет я была никем, заурядностью, пока, наконец, не нашла себя. Я была рождена, чтобы стать вампиром. Ты прекрасна. И у нас одна температура. Не ожидал увидеть тебя такой обновленной. Я хочу сообщить о преступлении. Каллены совершили нечто ужасное. Валтори считают, что Ренес не бессмертна. Она родилась, как все дети, и не была укушена, и она растет с каждым днем. Проклятье. Сегодня важнее, чем когда-либо, защитить нашу тайну. В чем дело? Валтури, они идут за нами. Этой осенью, если достаточно людей узнают правду Валтури, придется к нам прислушаться. Моя семья в опасности, нужна ваша помощь. Рассчитывай на нас. Мы с вами. Ишь ты, сколько красноглазиков. Грандиозный финал, который будет жить в нашей памяти вечно. Я не дам тебя в обиду. Сумерки. Сага. Рассвет. Часть вторая. У меня была плохая привычка недооценивать тебя. Я думал, каждое препятствие для тебя непреодолимо. Но у тебя получилось. Не думал, что ты останешься собой. Мое время как человека закончилось, но я никогда не чувствовал себя более живой. Я надеялась, что мы будем всегда в безопасности, но всегда оказалось не таким долгим. Был нарушен закон. Каллены, они поступили ужасно. Вальтори считают ее ребенком-вампиром. Она была рождена, а не укушена. Она растет с каждым днем. Бах мой. Рождение ребенка-вампира уже давно объявлено вне закона и карается самым суровым наказанием. Смертью. Что ты видишь? Вальтури, они нападут на нас. Если все узнают правду, возможно, Вальтури прислушиваются. Мы начали поиски вампиров из самых удаленных уголков мира. Моя семья в опасности, мне нужна ваша помощь. Каждый со своим даром. Вы удивительная женщина. Мы с вами. Оборотни тоже. Мы никогда не боялись вампиров. Причинить тебе зло. Госпожа. Еще одно королевство склонилось перед вашим величием. Зеркало, зеркало, скажи мне одной,
Кто красотой сравнится со мной? Вы, королева, красива собой, но вас превзойти суждено другой. Почему она преследует меня? Завладев ее сердцем, вы будете править вечно. Найдите мне того, кто не страшится ступить в темный лес. Пусть выследит ее. Руки! А если я откажусь? Кто ты и почему королева жаждет твоей смерти? Тебе виднее, ведь это ты за мной охотишься. Охотник, у тебя есть глаза, но ты слеп. Ей судьбой предначертано положить конец тьме. Надо было убить ее еще в детстве. Принеси мне ее трепещущее сердце. Мне ведомо то, что ведомо ей. Мы одолеем ее. Этот жалкий мир получит ту королеву, которую он заслужил. Уста крови красней, волос ночи черней. Отдай, Белоснежка, мне сердце скорей. Я вас жду. «Белоснежка» и «Охотник». Смотрите в кинотеатрах с 14 июня.